точно работает. Как он сидит красиво. Chevy Sedan, да, по-моему. Baby Blue. Goodyear резина. Eagle GT. GT2. Chevy. Я бы на таком бы катался, но он воняет. Закрываем окно. Ну чё, всем привет из холодной туманной Такомы. Туман просто стоит. Мы в порту, продвигаемся. Надо сдать вчерашний пустой, вытащить себе грузик и погнали дальше. Да, туман, конечно, конкретненький. Так, мы уже чек-ин сделали, сейчас едем в порт. Трачки наши стоят, красавцы. Чувствую трак впереди. Кеша. T2000. Да, линии даже не видно, где она там кончается. И на выход линия есть. И чтобы пустой сдать, линия есть. Чтобы груз вытащить потом нам. А мы еще даже пустой не скинули. Время уже 9.15. Ну ничего. До перерыва 10. Как это сказать правильно? 10-часового перерыва тут точно не выскочим. 10 o'clock break. Так будет по-нашенскому, по-американскому. Здесь аппакер работает, как он сильно это самое, громко стучит, что можно страшно иногда. Этот нормально взял. Но у нас что? У нас линия C4. Подъезжаем уже практически к пикапчику. Время 9.33. В 10, как всегда, перерыв. Посмотрим, что с этого получится. Но если даже после ихнего перерыва выскочим, то и то нормально будет. Я считаю. До ланча выскочили, до обеда, да и ладно. Попал. Снимает. Не понял, да? Не в курсе темы был.
почему, зачем продавать трака. И плюс траковский рынок уже упал, совсем просел. То если, как говорится, еще пока 100 дают, то это еще нормальная цена. Но я говорю просто, он мне самому дорого встал. Так что не знаю, что делать. Хотя как бы недорого взял за 65, да? Можно еще такой же за 65 взять. То не знаю. Мы едем сейчас на загрузочку. Время у нас 9:44. Если под кранами никого нету, то может быть еще и загрузимся до 10. Хотя, как я уже когда-то говорил, хаски открытая до 10:10. У нас еще хороших 25 минут есть. Немножечко заснимем впереди, немножечко заснимем сзади. Двадцаточка.
идет. Шап держат и парковку сдают. Вот с
здесь Пиалапе земля чуть-чуть дешевле. Мы уже с Артемом говорим на эту тему. Где-то взять, купить огромный участок вот здесь. И недалеко от фривея, буквально от пятерки 512, здесь практически 7-8 минут ехать, да? А земля уже значительно дешевле. Вот слева кусты, да, там ничего нету, я смотрел. А дальше получается, вот я смотрю, разборочная чанка, да, по-нашему машины стоят. Так где-то возле разборочной найти, там жить все равно никто не будет. Улица это у нас бизнес-эрия, как бы. Здесь бизнеса в основном. И поставить шап на 2-3 трака хватит. И... Не, 4 надо. Вдруг кто-то приехал по мелочевочке, раз быстренько загнал. Пока на двух Air Ride ставишь, да, на передние балки. Пару дней занимает. Ну, если шап, то там, я думаю, за день будут вылетать траки. Но оно никому не надо, ребят. Вот эти вот подушки на передние, да. Но у нас еще два клиента есть. Говорят, сделайте, дядь Вов, сделайте. Один, правда, с Миннесоты, да, мне летом подгоняет. Илюхе привет огромный на 900-м. Миннесота рулит по-любому. Ну, негде, ребят, негде пока. У меня соседи моих расстраивать тоже не хочу. Там у нас своего шума хватает. Вот возьмем земельку. Земельку возьмем. И откроем парковочку, чтобы траки парковать. Как говорится, у нас в Такоме по 450, уже 500 долларов за аренду. Ну, а здесь еще можно за 300 отдавать. И клиенты будут. Здесь не так сильно далеко от фривея. Если много трактистов набрать, парковать, то тебе земля будет оплачиваться. Твой шаг будет за бесплатно оплачиваться. И то я работать в шапе не собираюсь, мужики. Я так в субботу или когда нету работы, да? Вот следующий год, кто его знает, как он пойдет. Если работы не будет, то будем в шапе, как бы, да, время проводить. А когда работа, я лучше вот за рулем. Я лучше на Петровиче прокачусь, чем в шапе сидеть, вонючий. Постоянно с солярой воняешь. Кто это не делал, тому не понять, фиге. Когда у тебя постоянно руки грязные, по самой не хочу, то это тоже не жизнь. Жизнь, держись. Главное было бы за что. Так, мужики. Вы так и не написали, я влево возьму, чтобы на горе не вставать. Чтобы на горе не вставать, трогаться потом тяжело, с тяжелым грузом на гору. Давай, 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 что это самое? Вот Amazon Go у нас опять справа, что-то вы ничего не написали за Amazon. Уже не в курсе дела. Это кофешап они, что ли, открыли? Что за прикол, Амазон? Я не люблю Амазон поддерживать. Амазон Тифа, я их так назвал. Ну, мы что, едем помаленьку, снимаем оранжевого красавца. Написано Ситак. Вашингтон. Я его постоянно на пятерке вижу на фривее.
Красава. Ну чё, welcome back to Tacoma. А в Такоме до сих пор у нас всё в тумане. Мостик в тумане. Даунтаун Такома в тумане. Всё, мужики, бросили контейнеры разгружаться. И, говорит, пока всё сработает. Нема. Так что уже началось. А ещё не Новый год. Такие пироги. Ну, на сегодня, говорит, уже всё. Завтра посмотрим. Так что едем на парковку, паркуемся. Время 11:19 утра, а мы уже отработали. Сидел в порту, читал комментарии. Спасибо за комменты. Андрей прокомментировал, там что-то скрипит справа, да? Привет тебе. Во-первых, кровать. Как замок скрипел, так и скрипит. А во-вторых, уже капот начинает поскрипивать. Надо новые эти самые обмотать. Что я там, тряпочки положил? Тряпочки уже до дырок стерлись. А то он начинает скрипеть на резинках сухих. Ну ничего, это болезнь Петерболта. Сейчас в данный момент поскрипывает слева. Левую надо заменить. Значит, а для тех, кто прокомментировал, что не надо, типа того, драк продавать, ты чё? Да ты чё? Чё это у нас, а? Дашкем пищит, что-то улавливает. Ну, смотрите, с палкой я пока не собираюсь, да, здесь менять. Это долго и нудно, это, я не знаю, ещё 2-3 года, если его оставлять. Только тогда я с палку поменяю с короткими баками. И тогда у нас чуть рама откроется. Будет видно, что он 265. А сейчас какой-то короткий. О, Онищенко, привет, привет. Я, говорит, тебя смотрю. Не знаю, попал ты в мою камеру или нет на повороте. Петрович прикольный. Всегда ездит. Ента тоже прикольный. Тьютон. О, пошел красавец. Значит, что я хотел сказать, мужики, и работы получается нету, и проекта никакого, да, не будет. Вот так буду сидеть дома и нечем заняться, если этот трак не продам и другой не возьму. Для проекта именно заделать, опять опустить, в конце-то концов, одинарную турбу найти, котенок, да? Что-то этот котенок тяга бешеная, ну, проблематичная. О, Алекс Вдовин, здорово тебе, братан. Я на Алекса Вдовина вот сейчас поехал, начинал. Буквально один месяц на него отработал. Классный мужик. Спасибо за работу в 96-м году. И получается, нечем будет вообще снимать. Контента будет ноль. Так что напишите, что вы думаете по этому поводу. Я могу трак не продавать, он мне нравится. Тяга его, экономность его, все нравится. Только для вас контента будет ноль. Как вы на это смотрите? Или вам по барабану? Пока на светофоре стоим, пока не скрипит ничего, то это самое, и шум мотора не забивает, да? А, уже все зеленое. Дамир нормальную тему написал. Дамир, привет тебе огромный. Купить какой-нибудь пластмасс. Они стоят сейчас 12-15 тысяч долларов. На нем работать. И какой-то себе проект взять. На зиму, да? Восстановить, покрасить, лялечку сделать. Я тоже об этом думал, Дамир. Об этом я думал. Этот продать, можно реально сейчас два трака пойти взять. Один за 1040-45 на проект. Хороший такой, с котеночком, со стареньким. Сделать с него лялечку. А пока какой-то себе там кешу 660-го взять и кататься, да? Контейнера тикать. Военная техника навстречу стоит. Спарта пришла, откуда-то дернули ее.
нам далеко не дают возить. Мы можем контейнер оттянуть, это самое далекое, это Монтана или Айдахо. И все, это день туда, день назад. А так, чтобы взять контейнер и погнать его в середину Америки, такого нет. Это очень дорого обходится. Им дешевле на поезд поставить, его туда отправить. А там локальные ребята по месту его зацепили, также доставили в вархаус, разгрузили. Ну, понятное дело, да? Я бы с удовольствием сейчас дернул бы куда-то во Флориду. Ну, во Флориду свои корабли приходят. Это понятное дело. Такие делишки. Так что, мужики, все вы правильно пишете. Но реально не будет заняться чем. Сейчас зима, дожди, холодина. Ну, не буду же я на диване сидеть. Я не умею сидеть долго на диване. Что-то надо делать, что-то надо гайки крутить, мужики. Поймите меня правильно. А здесь у меня осталось реально. Панели дома лежат. Покрасить, поставить и забыть пока про этот трак. Пока там кабинка не попадется, где-то что-то вверх с нее содрать, да? И потом уже флаттап делать. Так что дайте знать, мужики. Может, я что-то не прав, что-то не догоняю. Ну ничего, у меня двухтурбовый. Догоним. С ветерком догоним. Ну все, я буду парковаться. Опять лампочка одна левая перегорела на крыше. Сегодня с утра главное. Я по ней стукнул, заработала. Потом приехал пока в порт через дорогу. Вышел, опять потухло. Смотрю, она уже черная внутри стала. Вот лампочки делают, а? А с LED-шками я заказал на весь трак. То вообще прикол. Уже месяц идут. Что-то я на эту всю экономику Bidenomics немного злой. Чего не закажи, месяц надо ждать. И главное, продают-то, да, на веб-сайте. Говорят, типа того, все имеется, ты им заплатил. Потом неделю подождал, нема. Через неделю им присылаешь имейл. Говоришь, мужики, где мои лампочки? О, не на бэк-ордер, мы их заказали для тебя. Сиди типа того, жди. Еще неделю подождал, опять имейл. О, говорит, еще неделя, говорит, и они у тебя будут. Ну, посмотрим, что. А то эти лампочки простые. Долго вообще не ходят. Я сколько, наверное, уже 3 или 4 лампочки заменил. Уже охота и ладишки поставить и забыть про это все. А так трак нормальный. Да, я понимаю, там ржавчина кое-где, там, здесь. Это полбеды, я считаю. Рама не сильно убитая. Раковины есть, да, ну, пойдет. Баки, когда скинем маленькие, поставим, если мы его все-таки не продадим. Там все это самое зачищу. Покрасим профессионально с пистолета. Как я более-менее передок сделал. И пойдем и поедем дальше, как говорится. Тоже ребята вон паркуются. Паркуются. Полдня все отработали. Да ты че, все по домам. Да, много траков все-таки стоит без работы, а? Ребята, все вы нормально комменты мне сказали, но я сам не знаю, что делать. Или вас без контента оставить на зиму. Или все-таки взять какой-то трак. Траков много, ребят. Тут проблема не купить, проблема продать. Траков много с любым котенком. Опять же таки, это надо ехать, смотреть, искать.